Артем Білий, директор світлотехнічної компанії. У цій галузі вже 7 років. Артем разом з колегами брав участь у таких роботах, як встановлення світодіодного дерева в містечку Казка, експозиції АТО в краєзнавчому музеї, меморіалу воїнам АТО «Струни пам'яті», а також у прикрашанні соборної площі та новорічної ялинки 2018-19. Ранку в тому вони, але щасливі ви цього ранку, тому що кажете, що втомилися, прикрашаючи нашу вулицю Соборну, вона дійсно гарна в цьому році. Ну, старались, ну, к сожалению, да, это заняло не один день, поэтому, конечно, усталость, может быть, есть, поэтому заранее прошу прощения. Нічого, я думаю, а миколаївці дуже щасливі бачити таку гарну соборну нашу тепер, бо дійсно змінилося у прикрашанні цього року. Безумовно, ми так вдома не зробимо, не повторимо, але все ж таки прикрасити хочемо. Допомагайте нам, як правильно обирати гірлянди, які є їх види. Смотрите, основним направлением в освещении, в декоративному, это є, звісно, гірлянда, якщо говорити о Новому році. Поэтому часто очень встает вопрос, как же ее все-таки выбрать и какую купить подороже, подешевле и какие они вообще бывают. Их на самом деле очень и очень много видов, но перед тем, как вы определились с цветом и с местом, где вы ее хотите установить, то ли это будет дома на елочке, то ли это будет фасад или уличная елка, то есть может быть все что угодно. Главное определить место. Это будет внутри помещения или это будет снаружи. От этого, в принципе, уже зависит и ценовая политика, и, собственно, сама гирлянда, качество ее. Тобто на вулиці ми не можемо повісити ту, що буде, вона може бути. Конечно, та, которая предназначена для установки внутри помещений, категорически запрещается к использованию на улице, потому что в лучшем случае она просто сгорит. В худшем случае она затечет, в нее попадет вода, снег, может быть поражение электрическим током, может быть возгорание, то есть последствия непредсказуемы. Поэтому запрещается категорически использовать и на улице гирлянды, не предназначенные для этого. Отличительная особенность, вот у нас есть пару гирлянд, я принес. Отличительная особенность внутренней гирлянды от уличной – это срез сечения кабеля. У внутренней гирлянды, это как можно определить гирлянду невооруженным взглядом, скажем так. Нам, дівчатам, тому що нам чим яскравіше, тим воно гарніше. А ні, треба звертати ще увагу на якісь зрізи. Розказуйте. Да, смотрите, то есть внешне, если человек приходит на рынок или в магазин, и перед ним ассортимент гирлянды, внешне можно определить довольно-таки просто тонкий провод и одна изоляция, скорее всего, здесь, ну, в любом случае. Это для внутренних работ. Если провод достаточно толстый, как у этой гирлянды, это для наружных работ. Тобто це в уличному зараз? Да, это для уличного исполнения. Ну и внешне они отличаются для уличных... Не захищені більш, так? Да, то есть они более мощные светодиоды, они больше, чем для внутренних работ. Также очень важно при выборе гирлянды для дома обращать внимание на кабель сетевой. Так как вот эта гирлянда, это не из дорогих. И здесь очень тоненький кабель. Очень тоненькая вилочка. И со временем, ну вот может быть видно, так, она очень маленькая. Видно, она уже, так. Со временем эти вилочки, эти провода переламываются. Что, соответственно, если есть дома дети, животные, возможно поражение электрическим током. Поэтому при выборе обязательно обращайте внимание на несущий этот кабель. Также очень большое значение имеет вот этот блок управления. Он должен быть максимально выполнен качественно. И в принципе не должно быть вот таких вот потрескиваний проводов. То есть это сейчас неякісно. Показывайте, как приклад недорогий. Яка її ціна для того, щоб глядачі орієнтувалися? По ціні орієнтуватися крайне сложно. Ну, как правило, дешевые гирлянды начинаются где-то от 20-30 гривен. От ще таке питання, от дуже люблять, от бачимо, що тут шнур дуже короткий, і в нас люблять такі господарі вдома подовжувати самі. Чи можна це робити, чи краще від цього відмовитись взагалі? Категорически я би не рекомендував просто взагалі, якщо ви не спеціаліст, це електрична проводка. Вона требує якогось кваліфіцированого либо знання, либо образування, і тому категорически я взагалі не рекомендую лезть в електричні прибори, в тому числі і в гірлянди. Не рекомендую также оставлять гирлянды без присмотра, даже если она гиперкачественная и дорогая. В связи с этим каждый год все больше и больше возникновения пожаров. Тем более, если елка искусственная,
она легко воспламеняется, и без присмотра очень-очень большой шанс того, что возможен пожар. Поэтому не оставляйте гирлянды без присмотра. То і не оставляйте на ночь вообще никогда. Mm-hmm. Нет. Полюбляємо. А якщо, наприклад, у гірлянди люблять вішати там на штори, там, знаєте, от прикрашати. Фіранки. Так, на фіранки, чи можна їх залишати на ніч, чи краще теж? Качественна гірлянда, опять-таки, акцентирую внимание на провод. Как правило, ее монтируют за провод. Если провод действительно хороший, качественный, то можно это делать. Но не использовать при этом никаких металлических предметов для фиксации. Металлический элемент, там, я не знаю, пусть это будет скрепка или какая-то заколка, она может повредить изоляцию. Изоляция у внутренней гирлянды всего лишь одна. И поэтому малейшее повреждение кабеля влечет пораження електричним. Я знаю, що я буду сьогодні робити вдома, знімати свою так. гірлянду, тому що я її повісила неправильно. Який максимальний термін експлуатації гірлянди? Це одноразова акція, скажімо так, на один рік чи ні? Знаєте, і такі історії із життя. Перегоріла одна лампочка, ти перевіряєш усю гірлянду, знаходиш цього швинуватця. Чи зараз щось уже змінилось по-інакше? Смотрите, я не можу сказати точно, скільки вона буде експлуатуватися, це заявляє производитель. Он дает гарантию на свою продукцию, поэтому, ну, понятно, один сезон даже самая дешевая гирлянда может отработать. Но на самом деле для гирлянды, для ее долготы существования очень важен монтаж ее, грубо говоря, как мы ее наряжаем, и демонтаж. Потому что в этом моменте все провода начинают перегибаться и, соответственно, выходить из строя, ломаться. Поэтому, собственно, это влияет как раз на срок работы. Если вдруг у вас сгорел какой-то светодиод, если это внутренняя гирлянда, я бы не советовал ремонтировать, не отдавать специалисту, не тем более ремонтировать самостоятельно. Дело в том, что у внутренней гирлянды нет блока питания. Все светодиоды подключены последовательно, немножко так поумничаю, скажем так. И на всех несущих кабелях здесь тоже 220 вольт. Поэтому это очень опасно, и сомневаюсь, что все такие специалисты, которые смогут перепаять такие маленькие светодиоды. Для уличной гирлянды она ремонта пригодна. Здесь, в принципе, все для этого предназначено, что можно заменить. Но, опять-таки, если вы не специалист, лучше этого не делать. Краще відмовитись від цього, так? Да, лучше отдать спеціалісту, который сможет ее отремонтировать. Ось, до речі, демонтаж. От якщо ми після свят, як її правильно зберігати, щоб вона нам все ж довго прослужила, навіть можливо якась дешева. Так. От як її знімати, прибирати і де краще зберігати? Знов таки, де хто зняв, не потрібно, тун-тун-тун, зім'яв її і все. Як правильно її зберігати? Это по принципу, знаете, как сворачивать наушники от телефона. Как ни сворачивай, все равно она путается. Да. Самое первое, при отключении, ни в коем случае, но это, в принципе, правило поведения с любыми приборами, не дергать за кабеля. То есть вы выключаете, никогда за кабель не дергаете. Всегда нужно держать за вилку. При этом у вас этот кабель не переломается. Далее, вы ее просто снимаете аккуратно, при этом не тянуть ни за один из кабелей. То есть не надо ее разворачивать прямо вместе с елкой. Просто его аккуратно снимаете и сворачиваете, желательно не в пучок. Просто намотайте его на какой-то, может быть, не знаю, материал, там, коробку какую-то можете намотать. Тогда она не запутается. И, соответственно, хранить ее желательно тоже в какой-то упаковке, не обязательно в родной, если ее нет. Можно просто в какую-то коробочку положить, дабы не повредить сам кабель. Соответственно, уличная гирлянда аналогична. Тобто зараз всі так послухали, зрозуміли, скільки помилок робили після того, як знімали гірлянду і розплутували. Тепер знають, як правильно нею користуватися. Дякую вам, дякуємо вам, тому що дійсно багато розібралися. Я думаю, глядачі наші тепер знають, в чому були їх помилки і не будуть їх більше допускати. Я нагадую, Артем Білий, директор світлотехнічної компанії, сьогодні був у нас в гостях. Розібралися з цими гірляндами, які часто нам доводять шкоду. Знаєте, є навіть такі смішинки, що от перед Новим роком, як зібрав гірлянду, так її повішав на ту ялинку і розбирати не хочеться. Тепер, думаю, всі будуть знати. Цього більше не буде. Так. Ми вам дійсно щиро дякуємо. Тема серйозна. Вибирайте і хай вам буде гарно в вашому будинку.